Еще один гражданин Азербайджана с подозрением на коронавирус помещен в отделение инфекционных болезней клинического медцентра Баку. По данным Минздрава, им оказался 26-летний студент, обучающийся в Пекине. Из столицы Китая он вылетел в Абу-Даби, оттуда 12 февраля в Баку. Во время приземления в аэропорту Гейдар Алиев температура студента оказалась выше нормы. Обследование пациента продолжается. Как сообщили в отделении инфекционных заболеваний, сейчас его температура в норме, серьезных проблем самочувствия нет. Врачебное обследование продолжается. Люди, приехавшие из городов, где наблюдается вспышка коронавируса, находятся в специально выделенном медучреждении. Часть из них выписана после карантина. В настоящее время самочувствие находящихся в специальном медучреждении лиц каких-либо проблем не выявлено. Ожидается, что по окончанию карантина они тоже будут выписаны. Между тем, власти китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса. Так, за сутки было выявлено почти 15 тысяч новых случаев заболевания. Количество летальных исходов увеличилось более чем вдвое и составило 242 человека. Это является антирекордом для суточной статистики. В целом, число жертв вируса превышает 1000. В больницах находится более 30 тысяч пациентов.